Привет, дорогие друзья, с вами я, Игорь Целинчук, президент Международного института здоровья человека, и мы сейчас с вами поговорим про самое эффективное похудение. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть всегда в курсе последних сведений про ваше здоровье и долголетие. Начнем. Итак, самое эффективное похудение. Прежде всего, нужно понять нам с вами одну вещь. Эффективное похудение – это то похудение, это то снижение лишнего веса, после которого лишний вес не приходит назад. Вот тогда мы можем его считать эффективным. Исходя из этого, можем ли мы жесткие, быстрые, ограничивающие диеты? Я думаю, вы через них проходили. Я, например, через такое все проходил, потому что я когда-то мучился от лишнего веса. Я весил 136 килограммов, а с тех пор похудел на 42 килограмма. И я имею с чем сравнить и помню, каким я был. И помню, как тяжело было похудеть и как плохо влияли диеты, потому что когда ты сидишь на диете, там месяц, не знаю, там на какой-то жесткой, там ешь вот столько, немножко, а потом все равно набираешь. Даже если вес какой-то сбросил, потом набираешь. А с каждой новой диетой сбросить вес все тяжелее. Поэтому понятно, что эффективное похудение может быть только то, при котором ты не набираешь назад сброшенные килограммы. Кроме этого, эффективное похудение диетой не достигнешь ни в коем случае. Диета не поможет. То есть краткосрочное какое-то мероприятие – нет. Это ты просто пытаешься обмануть свой организм. Но организм наш не обманешь. Организм накапливает в нас жир, потому что это самое мощное энергетическое питание для организма. Жир – это энергия для организма. И он накапливает, потому что организм считает по той или иной причине, по какой-то, у разных людей разные, организм считает, что у вас может наступить голод, и тогда вам будут необходимы эти жировые запасы. Поэтому диетой не обманешь. А что можно сделать? Можно сделать разумный, рациональный, четкий, размеренный план питания, системного, перейти на него. Тут есть несколько важнейших принципов. Прежде всего, это низкогликемическое питание, это небольшие порции и так далее. Пить достаточное количество воды. Это всего много, это я достаточно долго рассказываю. Я, кстати, подготовил специально бесплатные видеоуроки для вас, в которых я последовательно даю вам возможность эти все вещи освоить. И сейчас наверху всплывет подсказочка, нажимаете и подписывайтесь на эти мои бесплатные видеоуроки. Это просто легко. Просто e-mail нужно ввести ваше все. Итак, системно нужно подходить. Самое эффективное похудение – это то, при котором вы назад не наберете лишний вес. Вот наши ученики уже, Международный институт здоровья человека помог более чем 130 тысячам людей, с помощью интернета, конечно, избавиться от лишнего веса без диет, без таблеток и без тяжелых упражнений. И это все работает достаточно эффективно. Я это все проверил на себе, потом на первых учениках и так далее. Это все работает. Я ничего, кстати, сам не придумывал. Эти все вещи – это лучшие в мире проверенные методики. Я учился этому в Соединенных Штатах Америки. И это все работает. Но работает потому, что не надо пытаться обмануть свой организм. Организм не обманешь. Нужно четко обеспечить все питательные вещества, необходимые для организма, в нужном количестве. И не обеспечивать того, что организму не нужно, но из чего организм растит жир. Это, собственно говоря, углеводы с высоким гликемическим индексом и так далее. Но это все системно, подробно я даю в своих видеоуроках. Вы их можете получить. Напишите, пожалуйста, под этим видео, понравилось ли вам это видео, было ли оно полезным для вас, чтобы вы поняли, что такое эффективное похудение, что такое неэффективное и как похудеть эффективно. Напишите, пожалуйста, под этим видео в комментариях. Подписывайтесь обязательно, подписывайтесь на мой канал. Здесь больше нескольких сотен видео про снижение лишнего веса, про борьбу с тяжелыми хроническими заболеваниями, про долголетие, важнейших, ценнейших для вас видео. И я абсолютно уверен, что мы с вами точно победим
лишний вес. С вами был Игорь Целинчук, президент Международного института здоровья человека. Мы с вами еще много-много раз увидимся. Пока! Thank you.